Так, добрый день, уважаемые подписчики и не подписчики. Насмотрелась в YouTube роликов, как из старых джинсов сшить рюкзак. Вот решила попробовать. Записываю, нашла бумагу такую, выкройку сделала на глаз. И вот, начиная вот выкройку одну сделаю. И вторую. Так, так как у нас вот это этот шов не нравится, поэтому мы его толстый, поэтому мы его просто вырежем. Так, ну и тут боковушки застручим здесь и на второй и здесь. Так, а так как мне не просто пошить рюкзак, мне же надо что-то замострячить, ну, также насмотрелась роликов в YouTube, и вот решила, решила что-то здесь вот такого вот такое делать, или так, в общем, я еще не решила, нарежу вот таких полосок одинаково, и буду уже решать, что мне с этими полосками делать. Ну, во-первых, надо, чтобы рюкзак был потолще, а это все-таки два джинса, даже оно вот так будет, может быть. Так что мы посмотрим, решу я вам, дальше будет видно. Ну так, разгладила все, уже приклеила такую подкладочку, вот одна деталька. Вторая деталька. Сейчас выкрою боковушки и дальше запишу. Так, ну что, продолжаю вязать, шить рюкзак. В общем, я что-то заморочилась, и у меня получилось, мне не понравилась ткань, которую я вырезала, основные детали, сильно голубая. Поэтому мне пришлось сделать вот такая вот такую клетку. Я делаю это первый раз. В общем, не знаю, как у меня дальше получится. Даже вот такой карман даже нарисовала. У меня есть краски по ткани. Я думаю, куда, где я буду еще рисовать. Ну, вот решила такое личико котика нарисовать. Это я сделала только один, вот только перед. Сейчас буду змейку вставлять. Это на боковые. Вот. Ну, и такая будет задняя спинка. А на задней спинке у меня, ну, я не знаю, но, скорее всего, будет вот такая картинка. Ну, я еще посмотрю, вообще еще не знаю, что там у меня получится. Но сзади я вот здесь ее подцеплю, ну, на спинке. Вот так, может быть. Еще очень долго я это первый раз шью. Поэтому, когда дальше буду снимать, даже не знаю. Но уже второй день сижу, шью. Ну, дальше буду снимать, как пошью. Так, шить я продолжаю, уже третий день шью. Это мне все как впервой. Вот придумала такой карманчик, здесь будет кнопочка, здесь вот картиночку такую пришила. Ну, это вот только будет такая сторона, а спинка будет, ну, такое же полотно сделала. Ну, здесь может быть карман сделаю, но еще не знаю. Вот пока так. Ну так, в общем, перед я пошила, вот такой получился. Тут здесь будет кнопочка. В общем, все застрочила. Ну, конечно, есть у меня здесь куча ошибок. Не без этого, потому что, ну, я не швея. А, и уже вот пришила. Это будет спинка, вот такой карманчик симпатичный. Уже, в общем, пришила вот такие лямочки. И сейчас буду собирать с боковинками. На боковинках тоже попросили карманчики. Ну, в общем,
никогда не шила, но вот буду пробовать, думать, как это сделать. Так, ну вот, рюкзак я трошки ну не совсем еще, конечно, закончила. Ну вот, боковушки пришила, здесь карманчики у меня, ну как у обычного рюкзака, здесь потом вот тут этот карманчик пришила котика, лямочки. Конечно, очень много что сделала неправильно. Ну, первый мой опыт на этот рюкзак у меня ушло, по-моему, 3 джинсов. Это я резала, выбрасывала, резала, выбрасывала. Осталось мне только вот эти швы, косую бейку пришить. Ну и все, по идее. Вот так. Пишите свои комментарии, как вам мой вот такой вот шедевр. Ну, не знаю, следующий буду шить. Нет, не знаю. В общем, время есть еще. Зима, работа не скоро будет. Зима. Нитки обрезать надо, конечно, еще лишние всякие. Ну, вот так вот. Ну, и так я понимаю, как школьный рюкзак. Потому что он не маленький получился. У меня прямо большой рюкзак. Кому нравится, ставьте лайки. Пишите, если хотите, пишите мои вот ошибки, если кто-то увидел. Я сама их вижу очень много. Ну, ничего страшного. До свидания.